Даже во время блокады Ленинграда заводчики собак делились своим знаменитым блокадным хлебом. Пройдет федеральный закон, то в ближайшем будущем мы останемся без племенного собаководства. И... Мы против этого закона, потому что у нас в Якутии круглогодично живут полевые условия очень много народа. Это оленеводы, табунщики, геологи и работники вахтовым методом, потому что они постоянно контактируют с медведем. Бывают ежегодно случаи нападений на людей от травежа, медведей и волков. Это большой урон наносят они. Поэтому вот каждому ленинградской бригаде вот в этих полевых условиях требуются собаки, которые защищали бы, охраняли бы от медведей, от хищников. Охота для нас является традиционным укладом жизни жителей республики. То есть у нас издревле каждый охотник имел свою собаку. Тем более у нас такие просторы, тайга и плотность населения очень маленькая. И, чтобы и зверей гораздо больше. И чтобы сегодня хорошо обученная собака — это залог успешной охоты и безопасности на охоте. И я думаю, что именно на контактной притравке мы обучим собак. Правильная охота и правильно обученная. Ну, в конце могу сказать, что правильная охота и правильно обученная собака — это залог успеха. Успеха в охоте. И охотник — это и есть защитники леса и родной природы.